2 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в 16-й ежегодной конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай». Напомню, конференция состоится в Сочи. В этом году мероприятие полностью посвящено темам, которые связаны с восточным направлением внешней политики России. За последние годы роль нашей страны во многих регионах, объединенных широким понятием «Восток», без преувеличения стала ключевой. Это закономерно вызывает повышенный интерес у зарубежных партнеров, экспертного сообщества. В 2019 году Валдайский клуб в сотрудничестве с Министерством иностранных дел России посвятил целую серию заседаний различным аспектам ситуации в Азии, на Ближнем Востоке, в которых приняли участие министр иностранных дел России и его заместители. Ежегодная конференция венчает большую тематическую программу. Выступление министра состоится в рамках сессии «Ближний Восток» в общем контексте российской политики.